Так, ну что, надо сваливать отсюда по-тихому. Что, какого хера? Отлично. Ну просто замечательно. Давай, братюнь. Давай, давай, давай. Нет, так не получится. Надо что-то делать. Капец, тут вообще одни завалы. Так, давайте-ка я это подожгу, чтобы не тратить свой... И ух, хера мне тут делать. Ну, замечательно просто. Стульчик мне незачем, я думаю, тут. Так, ну что ж, когда у нас случаются затыки, я думаю, что сюда нужно что-то подставить. По физике, но пока что не вижу ничего. Давайте по часовой стрелке начнем отсюда. Так, а это что за херня? Сюда я не присобачу. Ну-ка. Ага. Не падай. Ну это просто было круто. Ах, меня так просто не задуришь. Давайте в холл пошли. Травить эту погонь. Она тут разрослась уже. Щипается тут. Охереть. Ах. Не, ну вообще что ли охренели? Тут уже скоро все будет в ней. Все нахрен, идем вниз. Ну что, скотина, момент истины. Сейчас ты мне за все ответишь. За все эти щипания. Так, склянка с кислотой. Получай. Так, отойдем, давайте. Элементарно. Так, ну что, вперед в неизведанное. Камера переработки. Интересно, что тут перерабатывали. Кстати говоря, я почитал эти сообщения, не сообщения, а дневники, которые я благополучно пропускал и читал их уже после того, как снимал это видео. Замок принадлежит, собственно, этому Александру Брененбургскому, или как там его, и, короче говоря, находится он отнюдь не в Германии, а в Пруссии. Ой, не в Британии, в Пруссии, хотя тоже Европа, конечно. Да, и на то есть причина. И мы слушаем дальше. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. Что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая темень? Будь внимателен, Даниэль. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Это не одно и то же. Два раза одну фразу оба повторили. Это что-то было странно. Очередной косяк наших локализаторов, похоже. Так. Масло кончается. Это прискорбно. Побудем маленько на свету, придем в себя. Экономим масло. Какой-то, блин, каменоломня какая-то создается ощущение вообще. Тихо.
Я не понял. Он что, сзади идет, что ли? Какого хера? Кто это был? Братюнь, приди в себя, маленькая. А то тебе совсем плохо. Вот так. А теперь давайте соберемся с мыслями. Блин, у меня мурашки по коже. Как стадо слонов бегает. Это кто там прошел такой? Вот, ни хрена, я забился в угол. Обалдеть. Так, он все еще там или нет? Его не слыхать. Блять, твою мать. Так, какого хера я тут делаю вообще, а? Почему я вечно попадаю в такие... Что это за место? Блять, две двери, он с любой стороны может зайти. Так, секундочку. Что же делать, как же быть? По крайней мере, возьмем масло. Ну, ладно, чего уж, откровенно жопится. Встретимся, так встретимся. Судьба, значит, такая. Так постоянно прятаться все равно не получится. Поэтому потихоньку, аккуратно пробираемся вперед. Но это, ребята, просто какая-то жопа. Кто делает такие страшные... Да вы шутите нахер. Я точно дураком стану. Что же вы делаете? Так, что мне вообще надо делать? Никто не знает, что мне надо делать. 22 июня. 1830. Сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов, которые привез из Африки. Все понятно. Потом почитайте, ребят. Мне сейчас не до этого конкретно. Честное слово. Блин, у меня трутниц почти не осталось, да? Охереть, вообще прекрасно. Тут где-нибудь масленицы есть? Масленицы. Сказал же. Ну, вы поняли, о чем я. Дверь блокирована с другой стороны. Интересно, кем? Так, здесь где-нибудь есть фонарик? Ой, фонарик, говорю. Мне нужно маленько, блин, в себя прийти. Это что за нахер это? О, это чья-то нога. Фу, какая пакость. Опа. Опа-па. Это что за место? Куда я попал? Бля. Вы на грани безумия. Схрена бы так. Со здоровьем у меня мелкие порезы. Рассудок, троеточие. Понятно. Братья, вот тут вот, под факелом посидите, сразу полегчает. Блин, он еще хуже, чем Джек Уолтерс. Блин, что делать-то? Укреплять здоровье. Со здоровьем-то порядок, а вот с рассудком, что у нас
пока мне не полегчает, я не хочу куда-либо ходить. Куда я вообще попал? Куда я пришел, блин? Братин, ты успокойся, а ну успокойся. Что ж ты так нервничаешь-то? Хотя я на его месте вообще бы просто там бы кони двинул и все от страха. Так, здесь есть какой-нибудь? Это что за механизм сложный такой? Вот, скажем. Вот это подожжем. И тут станет уже далеко не так стрёмно. Еще бы не эти куски мяса непонятного. О, это хорошо. Так, что у нас здесь? Этот ящик, я думаю, не откроется. Да, конечно же, не откроется. Ладно. Еще трудница. Многие мне в комментах пишут, что я постоянно пропускаю мимо себя очевидные вещи, лежащие прямо на виду. Но учтите, ребята, что я очень много работаю. Это вы там, блин, у вас летние каникулы, если вы школьник, или там, блин, после сессии отдыхаете. Кто на работе, тот, в принципе, меня поймет, потому что я с работы прихожу, у меня язык на плече. Короче говоря, не так все просто, и в таком состоянии все замечать не получится, уж извините. Так что хватит мне писать в комментах, что... О, ты там пропустил шотган, как ты мог? Вот мог, взял и пропустил. Хватит меня доставать. Хорошо, ребят. О, вот такие вещи вот я пропускаю. Тут у нас, значит, фонарь, а я его даже не вижу. Так, блин, трутницы жалко. А! Сука, тварь! Какого хера, блин, а? Кровь пульсирует в голове, руки трясутся. У меня тоже. Люк слишком тяжелый. Так. Что тут мешает? Ага. Так, только мне надо что-то подтащить туда, я думаю. Так-то я, скорее всего, не допрыгну до туда. Хотя хер знает. Так, есть контакт. Так, что происходит? А, во! Я так и думал, в принципе. Блин. Мышка что ли забилась? Или все уже? До упора? Так, ну и конечно, по закону жанра. Блять, опять канализация. По закону жанра я сейчас туда спрыгну и, конечно же, за мной закроется сразу. Меня интересует вопрос. Я пропустил одно помещение вот тут вот. Нет ли там каких-нибудь трутниц вот здесь? Потому что что-то у меня с ними... Вот, хотя бы вот это. Напряженка легкая началась. Уже приходится экономить. Расходовать с умом. Ну да ладно. Одна тоже хлеб. Блять, нет, нахер. Нахер, ваши трутницы, пошли нахер. Он, сука, сломал дверь. Валим. Внизу лучше. Внизу по-любому лучше. Закрывай. Я буду рад, если ты закроешь. Нахер я пошел за этой трутницей. Тихо. Типа назад пути нет. Я не сомневался. Так, я опять на грани безумия. Да. Кто бы сомневался. Блин, я даже зауважал Джека Уолтерса. Он, по крайней мере,
Хотя нет, тоже тряпка был. Только не щипайте меня, пожалуйста, ребят. Здесь, по крайней мере, есть свет. Но главный герой сейчас, по-моему, тупо обоссыт себе штаны. Подвальный архив. Подвал! Как круто! Подвал же совсем не страшно. Чё-то я спускаюсь все ниже, ниже. Все страшнее, страшнее. По крайней мере, свет включен. Вернее, зажжен. Так, тихонько. Чё случилось? Вода. Чё? Ты сука. Твой. Я так понял, вниз падать не надо, да? Уходи. Уходи. Его как-нибудь отпугнуть можно? Свали от меня, скотина. Ну что за нахер, а? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ау! Уйди от меня, невидимое злое существо. Оставь меня в покое, пожалуйста. Блять, не убивай меня, скотина. Это что за нахер? Судя по звуку, оно на время. Ладно, сейчас. И мне, видимо, надо прыгать куда-то туда. Но, блять, я просто не могу этого сделать. Твою мать. Возьми вон, блин, братюнь, возьми Библию почитай. Так он отвлекается на эти вещи. Ну-ка взять Бобик. Да ему вообще посрать. Так, давайте-ка по новой. Нет, не так много. Это жопа. Я не хочу. Блять, прыгай, скотина. Какого хера? Ну что за нахер? Ай, блядь. Это вот эта, да, дверь? Давай, братюнь, давай. Ты не пройдешь? А тут еще один есть, отлично. Тут у нас свой дружок, да? Вот это круто. Блин, ничего меня так не пугало уже давным-давно. Я на адреналине весь. А, блин. Холодный пот. Что может быть лучше? Я даже забыл фонарик выключить. Так. Грудинку не хочешь? Страшная неведомая хуйня. Приятного аппетита. Так, а тут я сам себе должен, что ли? Да я куда поплыла? Куда мне надо? Это какой-то, блин, пиздец. Это невозможно.
просто издевательство надо мной. Взять. Жопа с ручкой. Ну и хер ли мне тут делать? Видимо, где-то должен быть рычаг, который я не вижу. Блять, братюнь, свали нахер. А, это крутилка какая-то, что ли? Сейчас посмотрим. Иди взять. Блять, я сейчас погиб. Сейчас тупо погибну. А-а-а! Сука, тварь. Иди ешь, блять. Фу, бля, это просто какой-то... Она, по крайней мере, назад вернулась, нет? Блин, я аж от страха кнопку нажал. А, вали туда. Раны сильно кровоточат. Это просто жесть. Давай, 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 быстрее, блядь. Валим, валим. Валим нахер. Откройте дверь. Откройте дверь нахер. О, блядь. Так и родить можно. Какую-нибудь неведомую. Фу. Полая игла, извините. Я кашляю. Я болен. Скоро, похоже, не только физически. Так. Дверь заперта, без ключа не открыть. Но это просто супер, ребят. А ключ у меня... Полая игла. Полая хирургическая игла. Это ключ? Охереть. Не, ребят. Надо передохнуть, я больше не могу. Я чуть не обосрался, блядь, в этой канализации ебучей. Извините, я много матерюсь, но с этой игрой по-другому просто нельзя. На этом месте пока остановимся. С вами был Артур. Пока-пока-пока.